Показ немых советских фильмов под живую музыку пройдет в парке имени Пушкина с 17 августа по 7 сентября. Событие состоится благодаря городской программе «Культура на район». Всего пройдет 4 кинопоказа – 17, 24 и 31 августа, а также 7 сентября. Начало каждого сеанса в 19 часов. В прокате будут представлены как научно-фантастические фильмы, так и комедии. Вход на мероприятие свободный, но по предварительной регистрации в группе ВКонтакте.